истребительного авиационного полка в Перми, который летал на МиГ-31, самый большой истребитель. Я в шутку и всерьез называю его консультантом, техническим консультантом по написанию вот этой песни. Две летных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нам граждане за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором, отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту как проспект. На земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. И если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Но пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом крайней будничной страны. Как в гавань корабли идем, снижаясь, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица, громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны.
вчера концерт, когда в Минске давал, совершенно было неожиданно, когда узнал, что вот из Москвы летчики-испытатели приехали ко мне на концерт. Ну, всегда приятно. Вообще как-то, ну, сложный для меня был концерт, хотя, считаю, он удался. Ну, приятно порадовало то, что приезжали из России, из Москвы, из Твери, из Украины, из Латвии. И как-то после концерта так вот, ну, общались, он говорит, надо какую-то традицию делать, чтобы все здесь встречались. У нас, кстати, в Беларуси в этом плане очень удобно. Не первый раз меня приглашают на такие события, там, попеть, там, и так далее. Когда юбилей у выпускников училищ авиационных, мы же знаем сейчас сегодняшние вот эти сложности с Украиной, когда из России нельзя туда въехать, а оттуда ехать тоже проблемно. Беларусь оказалась идеальным местом, куда можно и оттуда приехать, и, в общем, как бы отметить такие события. Да, но я вот про летчиков-испытателей что-то вот вспомнил. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а не будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, и не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Считают обыватели, что мы живем, как в масле и сыр. Считают, сколько тратили, и считают, что много весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь парафраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Край наставлений ходим, вот еще б тот край найти, чтоб не было сомнений, и вас ли ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лебедя утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее и умней, строптивые, рисковые, и не то вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Мы в небе летать.
многому учит. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало. Зато и не скучно, и пусть золотые нам горы предложат. Пол царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Следующая песня, премьера она была вот на прошлом концерте здесь. Для меня это очень необычно, когда я пишу песни на чужие стихи. Собственно, я рассказывал, что предыдущие две песни были написаны четверть века назад, так по моим подсчетам. Больше я этим не занимался. А здесь вот, и причем это были авторы такие, которых с нами уже давно нет. Это как бы гранды поэзии. Иосиф Александрович Бродский и Геннадий Шпаликов. Эти стихи это мне прислали, это Александр Гутин. Надеюсь, я с ним познакомлюсь. Вот он то в Москве, то в Израиле, то в Самаре. Он в Низге выступал недавно. Я знаю. Ну вот я же и говорю, что я надеюсь, что я с ним познакомлюсь. Да, видел, что у него здесь был творческий вечер. Потому что замечательную прозу пишет, замечательные стихи, причем в основном как-то больше такие настолько юморные, что просто ну, за живот держишься. Но вот это стихотворение, оно оказалось совершенно из другой, скажем так, темы. И именно из тех стихов, которые когда читаешь, и музыка уже у тебя в голове крутится. Ну, по крайней мере, так у меня. Дождь, четвертые сутки. Ворчит старшина. Молоко превратился в болото, но дождю все равно. Водяная стена загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война, ей не нужен талант. Гранят жизни до смерти так зыбко. Нелегко тебе здесь, покори, музыкант. Где теперь твои ноты и скрипка? Где теперь твои ноты и скрипка? Музыканту пошел 21-й годок. Дыма махорки, как тонкая змейка. 3 недели на фронте, конечно, не срок. Вместо скрипки в руках 3-линейка. В октябре ветер стал и прохладнее, злее, и земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей, белоснежных танцовщиц балета. Белоснежных танцовщиц балета. Несмотря на распутицу, слякоть и дождь, наслаждаясь невидимым танцем, он не кашлял в кулак, не испытывал дрожь и в аккордах сжимал свои пальцы. Громыхнуло, накрыло копы землей и огнем цвета алого мака. Поднимая стрелковую роту на бой, старшина глухо крикнул в атаку. Старшина глухо крикнул в атаку. Облака полыхали, и пули как град, и колола под ложечкой дуба. И стрелял, и бежал музыкант наугад по размокшей земле и по трубам. Этой жизни постигнуть немыслимо суть, и в сражении слепой круговерти музыканта осколком ударило в грудь. Подкошенный смертью. Дождь
все льется и льется, и мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку, затянулся, вздохнул. Эх, ну как же, сынок, музыкант, его четвертые сутки. И пехота шагала, листвой шурша, что и грязь, непогода и горы, и летела погибшего парня душа далеко к лебединым озерам, далеко к лебединым озерам. Всех поздравляю с праздником, потому что сегодня, как говорят, праздник мужской, неправда. Боевые подруги, которые постоянно находятся рядом с мужчинами, это тоже сегодня я поздравляю этих девушек, женщин, матерей, наших боевых подруг. Тоже с нами они находятся в этот праздник. Прямо из Якутии, из Якутии забежал домой, потому что обещал, я не знаю, уже полгода, наверное, обещал, да? Вы что, завести? С праздником всех! Человек в форме гражданского воздушного флота Влад Хазиев, который когда-то летал на Су-24, на всякий случай. Мы еще на эту тему потом споем. Вот, а пока следующая песня. Тут тоже вот на 30-летие вывода войск из Афганистана меня приглашали много куда, но не смог отказать в первую очередь такой прославленной организации, с позволения сказать, как Московский вертолетный завод имени Миля. Особенно вот этот летно-испытательный комплекс, в котором летчики-испытатели, там практически большая часть с орденами, которых они удостоены после Афганистана. И, да и сам директор завода сегодня, Сергей Николаевич Романенко, он бортехником был, а потом уже ВАЗ и так далее, то есть участвовал в боевых действиях, причем очень серьезно, в Паншерской операции. Вот. Мне было очень приятно получить оттуда приглашение. Ну, естественно, на Милевском заводе концерт можно было начинать только с этой песни. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не дожиру быть бы живу, столько лет на всех режимах. В ней дома живем одной семьей. По ущельям и вершинам, свинтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миля. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. То, что в небе атты-батты, то, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. То, что в небе атты-батты, то, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за Миля. Они как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер, ну вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я забраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. То, что в небе атты-батты, то, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. То, что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах, нет для них теперь ее родней.
и гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Да что в небе, а ты батыта, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе, а ты батыта, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Это, я часто говорю, что это любимая песня Надежды Михайловны «Миль», дочки, которая уже как-то и служена дочка. Это очень такая, вот, вот такая женщина уже в больших-больших годах. И просто вот после этого концерта на МВЗ у меня там определенные люди хотели там отвезти к директору, ну, должностные. А она в это время говорит: мне нужно очень вам показать в музее одну фотографию, может, вы напишете песню и так далее. И тут одна дама: вы знаете, его ждет директор. Я не ожидал, что вот эта маленькая женщина, ну, я ее всегда называю маленькая большая женщина, она так проехалась. Ну, некоторые генералы отдыхают. Вот, та оба, и все, мы пошли в музей. Она говорит: эти менеджеры. Вот, то есть вот это наша советская закалка, которая вот, ну, ничем не выбивается, к счастью, из людей, которые это, ну, вот, настоящие люди. Я когда смотрю на эту действительно маленькую большую женщину, она такая подвижница, она этот музей в свое время, ну, фактически она создавала, и она его там лелеет, пестует. Правда, вот единственный нюанс, который меня вызывает такую улыбку, которую я, конечно, стараюсь ей не показывать, она очень ревнует к конструкторскому бюро Камова. И все время спрашивает: Коленька, вот вы когда в Сирии были, там же камовские вертолеты хуже работают милевских? Такой вопрос уже сразу как-то так, ну, с ответом предполагаемым. Вот, и я стараюсь уйти от этой темы, конечно, потому что и те машины замечательные, великие оба два авиаконструктора, и сравнивать, наверное, бессмысленно, неправильно. В каждой машине, каждой марке есть свои достоинства, свои возможные недостатки. Вот. Самое главное достоинство всех этих машин, и не только винтокрылых, а всех остальных, что, наверное, вот этот уровень надежности, заложенный советскими авиаконструкторами в них, вытягивает наших летчиков, вытягивает и будет вытягивать порой из таких безнадежных ситуаций, что просто диву даешься. Понятно, что, конечно, это и головы тех, кто сидит в кабине, и их руки. Вот. Хотя вроде, как сказать, наверное, все где-то в небесах решается, но опять же, вспоминая эту замечательную русскую поговорку: «На Бога надейся, а сам не блажь».